Тем временем в сферу внимания блогеров попали боевые роботы. Вчерашняя фантастика уже поступила в продажу. Японский художник Кагора Курата провел в Токио презентацию огромного боевого робота «Куратос». Четырехтонная машина выставлена в Национальном музее новых наук и инноваций. Дизельным роботом можно управлять из кабины, расположенной в верхней части гиганта, а также с помощью приложения для смартфона. Имеется и обширный набор аксессуаров – ручной пулемет, карбоновый щит, держатель для напитков. Стоит отметить, что пулемет стреляет пока только пластиковыми пулями. К счастью, в боевых действиях такая прекрасная четырехметровая мишень участвовать не будет. Хорошая игрушка, дорогая, наверное. Аппарат стоит около 1 300 000 долларов. Доступен в 16 цветовых вариациях. На сегодняшний день создатели робота получили как минимум 3000 предварительных заказов и огромный интерес со стороны взрослых мальчишек во всем мире. На сегодня это все. Ждем ваших сообщений на сайте телеканала. А чтобы постоянно быть в курсе событий, подписывайтесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке и Твиттере. До свидания.